Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас начинается 5-й сезон, 1-я серия. И начинаем мы цикл переработки отходов и наука. Итак, давайте приступим к созданию новой республики. Возьмем случайную карту. Давайте ее настроим. Количество денег стали много. Реалистичный режим встречен. Реакция граждан. Слабая. Мультифическое это создание техника. Водопровод включен. Переработка отходов. Давайте поставим граждане предприятия производят. И снос здания осуществляется монтажными конторами. Так. Техническое обслуживание. Включить. Так. Годовой цикл включить. Пожар здания. Давайте поставим среднее. Глобальные события включить. Загрязнение включить. Система образования поставим сложно. Преступность и правосудие включить. Симуляция дорожного движения сложно. Исследование включить. Суточный цикл движущее солнце. Доступность техники. Начало производства и стартовый год 60-й. Так, здесь давайте чехла холмов уменьшим. Так, чехла рек ставим 3. Количество лесов побольше. Плотность деревьев тоже сделаем побольше. Число озер давайте. Давайте 25. Все, ничего не строим. Ну что, как только карта создастся, я вернусь. Итак, мы загрузились. Итак, мы находимся в игре Worker and Resource Community Republic. Давайте начнем на паузу. Ну что ж, вот такая замечательная карта у нас открылась. Давайте посмотрим на таможню. Так, нас интересует какая-нибудь таможня. Так, вот здесь. Что у нас за таможня? Малая таможня, без электричества. Это не очень хорошо. Так. Здесь. Страна-то есть электрическая вставка. Так. А если по ресурсам тут интересно что-нибудь есть, давайте посмотрим. Так, попробуем вот так. Работаете ты или не работаете, не знаю, может спросить себя. Так. Раньше, по крайней мере, можно было потыкать и что-то найти. Все, скорее всего, пока не изучишь, но это не выйдет. Это не работает. Так, ладно, давайте посмотрим, может есть где-нибудь. Стороны нашей, ну, большая таможня, здесь малая, так, Александр, так, вот еще есть какая-то таможня, тоже малая таможня, так, а здесь какие у нас таможни, малая, малая.
Аура. Вот большая-то можно со стороны нашей. Так, вот еще одна большая. Так, и со стороны НАТО. А вот, есть небольшая, это можно резать, тут ничего. Так. Ну вот здесь возле Кемерово большая таможня. На дезэлектрической вставке. И вот и есть возле Тюкалинска. Вот таким. Давайте все-таки возле Тюкалинска расположим наше первое поселение. Так, для начала давайте включим сеточку и начнем планировать. Вот здесь у нас прямо находится каменный карьер, что очень хорошо и удобно для будущего производства. Так. Давайте, кстати, посмотрим. Гравийный завод. Так. Цементный завод, так. Так, гравийный завод, что нам требуется? Он еще эти отходы. Так, а он поднялся или нет? Так, вот давайте смотреть. Так, ну вот он не поменялся, поэтому никаких новых кондеров соединений не появилось. Так, значит, хорошо. Так, давайте тогда начнем, приступим к планировке дороги. Пройдем пока как-то прямо, вот, наше первое. Да. Надо было проводить середину. Так, давайте. Центральную дорожку сначала проведем. Где-то. Да, вот тут еще кусок остался. Так, давайте вот так вот. Вот таким образом, хорошо, и здесь вот так, и вот так. Так, и где-то вот здесь надо сделать кольцо. Это типа у нас вот так, разрядочка, чтобы машинки у нас не скапливались, не топили. А то они любят так, потупить, постоять. Вот так. Ну вот, вот таким образом у нас получилось соединить. Так, вот так.
Пиздец. Так, секрет. Здесь мы, естественно, оставляем. Здесь есть предложение. Так, предположение, что мы пойдем. Вот это вот идем. Одна дорога у нас пойдет. Вот как-то вот таким образом. Так. Так. Вот так оно у нас пойдет потом в будущем. И потом будет уходить нам на мост. А здесь у нас пойдет. Все, дорога, которая будет прямо идти. Дело в том, что там вон хорошее озеро, для чего-нибудь оно потом пригодится. Вот. Кстати, идея, почему бы там не сделать город? Да. Здесь как раз вот. Здесь у нас сейчас вот пойдет железная дорога. Ну вот так примерно. Мы ее можем сразу разметить. Так. Размечаем дорогу, чтобы нам не мешало ничего. Так. Так, здесь. Вот так вот. Угу. Вот. И... Так вот. Плавненько она переходит у нас. Вот. А так как до дороги у нас еще время не скоро дойдет очередь. Поэтому так. Так, давайте. Здесь у нас прямо идет. Ну, давай его сделать. Она прямо так и идет. Ну, давай его сделать. Так, ну, давай его производство. Как-то так. Так, отлично. А здесь дорога пойдет в горы. Так, на рельсы можно продолжить. И пусть они стоят. Так. Потом будем ходить и разбираться. Так, это лично.
сразу выберем путевые точки, где тут есть механик, тут есть, вот они. И давайте вот тут приступим вот так, вот так. И снова начинаем уходить на мост. Так, давайте на три, поднимаем на три деревья. Так, не хочешь, вот так. Вот так. И заводим. А, вот. Вот так заводим, поэтому вот пока. И вот так заводим. Там будем разбираться, куда и как подвести. Так. Ну очевидно, что. Так. Здесь мы на всякий случай кинем дорожку. Такую автомобильную. На всякий там случай пустая будет. Мало ли там коммунальные службы какие-то будут стоять. Нет. Вот так вот. И вот так вот. И уходим вниз. Тут у нас будет такая вот небольшая разрядочка. Так, ну, ладно. Ну, сейчас выходит, что в этом еще. Этот тогда удалим. Кусочек. Сделаем более холодный. Вкусно. Вот так, да. Вот, отлично. И теперь. И вот так у нас дорога к озеру. Мы не прям до самого озера, а так пока. Там мы сберемся. Так, не забываем на линии электропередач, которые. Так, давайте. Ну и пока электричество не будем такое. Так, потому что нам неизвестно, где у нас что находится. Перестраивать мы тоже пока не будем. Поэтому давайте воспользуемся обычным вот этим вот тройничком. Так. Для начала давайте попробуем перекинуть им линянку дорогу. Временную дорогу. Вот так вот. Отлично. Так. Так, теперь кусочек удаляем.
прокладываем вот здесь вот дорогу вот так прямо. Соединяем с этим. Отлично. Это у нас будет вырезанная дорога, пока у нас строится. Основная дорога. Так, и... Здесь мы сейчас проложим... Заложим, вернее, электричество. Так, здесь нам нужен будет... Большая подстанция, вот такой тройник. Один конец мы соединяем с границей. Так, здесь у нас на скоках стоит. Но у нас больших мы не можем. Давайте на 15 поставим. Так, здесь соединили. И здесь. Так, ну я думаю, что здесь у нас будет автогород. Тогда... Да, подинстилировать тут город и все. Если что, здесь тогда пускаем просто нашу подстанцию. Так, она на сколько бывает? Только... На 6. Так, это на сколько? На 6. Так, ну давайте на 6. Вот так, да. Здесь также соединяем. Здесь кидаем дорожку. Да, так дорожку соединяем. Вот это соединяем дорожкой. Отлично. Так, теперь. Вот это у нас будет как бы дорога к морю. Ну, то дело, так. Речка вон там. Один стим. Так, давайте, кстати, посмотрим, речка куда у нас идет. Может быть, даже мы выложим канал. Да. Вполне возможно проложить тут канал, и у нас будет судоходная, поэтому что, давайте. Только не хочется, если так сказать, с этого озера тогда, что мы будем брать воду. Так, давайте тогда подумаем. Так, водозаборная скважина. Она нас интересует. И...
давайте вот на большую. Так, что ей требуется, чтобы соединиться? Так, люди нужны для работы. А здесь 760, а здесь 760, ну, так. Так, или вот, давайте все-таки вот такую поставим. Люди там, по-моему, не требуются. Нет, не требуется. Отлично, вот так вот. Вот нормально, так. Для поселочка, которого у нас будет. А и отходы какие-нибудь оно делает, давайте посмотрим. Отходы, отходы. Не, отходов у нее нету. Это хорошо. Так, давайте попробуем тропинку. Кстати, появились новые тропинки, асфальтовые. И асфальтовые с фонарями. Асфальтовые с фонарями, скорость пешеходов 124 км в час. 35 км в час. Это автомобили движутся, а пешая скорость 123. И на обычной 120 км в час. А на этой 110. Ну, не знаю, насколько это будет на самом деле, потом посмотрим. Так, и можно ли вывести? Да, без проблем. Так, значит, это можно пока закрыть. Так, значит, смотрим. Нам нужно будет также построить станцию водообработки. Так, будем использовать их модовское здание. Оно не требует химикатов, так как химикаты тоже стоят денег. Так. Давайте здание водообработки, водоподготовки, давайте большое есть, есть среднее, 25 человек требует, 40 человек, вот давайте так, вот такое вот поставим. Так, вот, мы его сюда поставим. Ставим. И давайте посмотрим, где он ищем поставить. Сколько у него? У него есть хранилище 10 тонн гравия. Хорошо. Вот так поставим. Лучше вот так, чтобы вот таким образом ставим, отлично. Вот, и здесь запитываем насосом. Большой насос у нас будет. Вот ставим сюда большой водопроводный насос, который будет нам закачивать воду в нашу эту
так сказать, станции переработки воды. Вот таким образом. И стараемся делать это, чтобы, ну, меньше дел было, меньше колен и такое. Так, и ставим большую трубу. Так, большую трубу, так, включаем подъемный режим и подводим. Вот здесь соединилось и так, ищем вариант. Вот так. Отлично. Выходим из этого режима. Сюда требуется люди. Так. И вопрос такой еще. Надо уточнить. Все-таки мусорный контейнер он все-таки требуется. Но так. Они требуют большой мусорный контейнер. Так. Так, мусорный контейнер большой, это у нас. А вот это. Так, и тогда дома какие требуют. Давайте посмотрим дома, что они требуют. Вот, любой дом. Они показаны. Так. Ну, они по-любому требуют мусорки. Так. Магазин тоже не требует. Такое. Маленькие мусорки. А рабочие требуют большие мусорные контейнеры. Так. Ладно. Ну, я хочу мы вот тут его разместим. Большой мусорный контейнер. Так, ему что надо? А ему надо... Сейчас раз походу. Большой мусорный контейнер. Это. Как я перекрепить тогда? Большой... Так. А нет, ты тут не подсоединишься, только можно. Вот такие вот. Большой мусорный контейнер. Ну, наверное, вот. Ну, вот так, скорее всего. Ладно. И ну да, так как это а я знаю, сколько вы там отходите, сколько вы отходов-то производите. Это еще надо следить, чтобы мусорные контейнеры так он. Шесть и пять тонн смешанных отходов. Так, а у нас мусорка сколько помещает? Давайте посмотрим. Большая мусорка помещает. 52 тонны смешанных отходов. Это кто? Ну, это все-таки нет, наверное. Давайте. Вот такой лучше поставим.
ничего это. Большой мусорный контейнер, а такого хватит. Так, дальше. И здесь у нас пойдут улицы. Сколько мы домов поставим? Давайте подумаем. Так. Давайте думать, значит, какие дома нам надо поставить. Так. Ну вот есть на 50 работников частичные дома. Есть на 140. Ну, потому что малый, маленький не хочешь ставить. Вот есть в бараке. Ну, в бараке на 31 рабочий. И вот если такие на 32, на 46 работников. Понимаете? Ну вот если вот такой домик поставить, понимаете, они выглядят симпатно, но таких домиков надо поставить. Так, нет, лучше поставить кирпичный. Много квартиры, на 177 рабочих. Так. Где-то вот. Ну вот, давайте так. Здесь мы что поставим? Здесь у нас будет количество. Так. А где-то здесь. Так, дорога. Вот так будет у нас дорога идти. Ну, я думаю, здесь остановку не надо делать. Мы наши работники так дойдут. Здесь можно сделать типа кольца. Так. Нужно ли оно что вообще? Так. Ну если мы будем тут хоть потом спорт сделать, так что я думаю, кольцо тут неуместно будет. Лучше потом сделать. Так, давайте попробуем. Порт вообще как станет. Ну мы, наверное, сейчас порт не сделаем. А мы не почему? Может и сделаем. Так, давайте. Малый, средний грузовой порт. Вот, допустим. Но. Да, он тут не встанет, надо равнять. Да, это мы потом будем делать фронтовую линию. Все-таки я решил тут потом запланировать фронт. Тогда город будем располагать вот по эту сторону и вот по эту. Потом. Значит, матч делаем так. Посередине, значит, у нас автовокзал. Поезда, ну, я не знаю, поезда нет ничего. Так, середине, значит, поезда. Автобус. Так, автовокзал, значит, ставим. Стоянки, наверное, сейчас недоступны. А нет, почему они доступны? В принципе, запланировать можно. Поэтому... Так. Поэтому есть такой вариант.
Так. Здесь планируем тогда стоянки. Вот так, на 32 работника здесь. Вот так, здесь. Здесь. Здесь не влезет. Так, я что-то слишком получилось, это далековато. Вот это надо снести. Так, дорогу тут. Вот все. Так, теперь вот так делаем. Вот так, тогда. Да, здесь надо тогда чуть-чуть поменьше сделать, на 30 хотя бы. Вот здесь и все. Там вам некуда ходить. Так. Здесь укладываем дорогу. Вот так дорогу. Потом соединим это. А, я. Так, что еще? Хотелось же тут обычно. Обычно здесь еще выход это тендюривается. Давайте посмотрим. Так. Я. Нет, не получится. Так, давайте. Вот эту дорогу снесем. Так. Чуть-чуть надо. Так, если мусорка. Вот давайте вот так мусорку поставим, к примеру. Так, значит, две клетки. На третий. Вот. Как-то. Вот так. Да. Чтобы. Так, теперь берем дома. Дома мы решили строить кирпичные, большие вот эти вот. Так, вот так. То есть тротуар. Давайте вот все-таки. Пускай они выходят во двор. Вот эти не вот. Так.
два дома по 177. Так, вот так они встают. Отлично, так, а этот... Этот так не вылезет, давайте тогда... На 50 работников мы поставим. Но у него немного... Или все-таки... Нет, все-таки давайте... Вот так, наверное. А кто там? Вот таким образом поставим. Так, здесь вот так вот. Так, а вот здесь этот дом так не получится поставить. Так, не все. Опять возвращаемся к нашим домам. Нет, домам, домам. Так. Значит, немного нестыковочка, так. Значит, делаем также парковку. Парковки. Парковки, парковки. Сначала на 32. Так, парковка. Подступаем здесь немного не в так. Здесь отступили. Нет. Вот. Вот так как-то. О. Так, только теперь. Чуть-чуть. Так. Вот так. Там не критично. Так. Вот так. И сюда ставим. На 30-ку. Так, тогда разворачиваем ее. Как там. Так вот. Ну чуть-чуть. Так. Так, не критично. Так, здесь даже три клетки отступаем. И вот как-то вот. Вот таким образом. Вот. Так, теперь. Здесь ставим также два дома. Это у нас получается... Будет жить в нашем поселке сколько? 2, 3, 4, 5, 6 домов. 6 домов на 177 человек. Посчитаем.
придумал. Ну, ты сейчас еще два человека пока. Ну, для первого поселка этого будет пока достаточно. Так, давайте. Ну, если учесть, что нам еще... Нет, мы будем расширяться, конечно, но нам еще нужно будет института потом. Так как исследовать. Так, начинаем дома. То есть. Дома. Вот так дома. Короче, дома. К дороге. Так, вот так дом идет. Вот, да, вот таким образом. И... Так, иди так. Ну вот как-то... Нет. Ну нафиг мешает идеально. Так, сейчас мы уберем. Ставим косячок. Так. И дорогу. Так, развернем вот так, чтобы было видно. Так, этот дом нормально встал, а вот... А вот этот, блин, вот так вот. Вот как-то так. Во. Самое то. И вот этот дом. Соединяем вот таким образом. Ну, более-менее близко к этому. Так, теперь. Не забываем, что нам же еще нужно будет. Так, вот здесь мы тогда... Вот так дорогу делаем. И пробуем также здесь поставить парковку. 30, на 32 человека, на 32 тачки. Но они тут счастье встают. Вот только давай делать. Вот так. Так, одна вот, ну вот так. И. Вот так. Вот у нас. Три парковки тут встало. Так, ну здесь можно было бы... Так. В принципе, тут еще одна парковка встает. Все, вот так вот. Так, и теперь соединяем. Все это дорожками. Вот так соединили. И... Вот так. Так, а вот здесь немного... Ну, чуть-чуть не так, конечно, но... Тем не менее, пойдет. Нет. Чуть-чуть криво. Вот так. Так. Вот. И теперь нам надо
чтобы попытаться с выхватами. Так, дома соединяем. Попытаемся разобраться с помойками. Так. Помойки. Что, хорошо, их можно воткнуть вот так. Большая площадка для малых кукол. Так, давайте смотрим. Так, чтобы... Получается, сколько? Два дома она охватывает. Это хорошо. Значит, вот здесь ставим. Отлично. Теперь. Вот здесь два дома она охватывает. Это хорошо. Так. И здесь два дома она охватит. Так. Вот, здесь у нас уже три. Три мухарки есть. Это... Так. Теперь. Здесь хорошо разместить детский сад, школу и другие объекты социальные. Так. Автовокзал, давайте посмотрим, где мы можем разместить. Так, автовокзал у нас, ну сколько нас, на 2000 это много. Так, на 800 человек у нас есть. И 4 автобуса. Так. Ну. И он у нас, так сказать, двухсторонний. Так. Давайте тогда по центру тогда сделаем. Отлично. Давайте тогда так. Потому что город будет разрастаться. Значит, автобус вот так. Как-то так. Как он вот так заезжает. Да. Так как это у нас только для автобусов дорога. Здесь у нас что-то автобусы будут. Автомобильные сообщения. Автомобили, если что, будут проезжать либо вот здесь, либо вот там. Так. Сейчас подумаю, как это сделать. Ну вот, и здесь. Мне это так не нравится. Пальто. Так. Значит. Так. Ты, значит, вот так едешь. Это вот так, чуть-чуть. Вот так поворачиваешь. И вот так.
Здесь мы что-нибудь поставим. Так, а здесь... Здесь все равно у нас будет порт, поэтому... Здесь надо будет подумать, как по-другому сделать. Так. Здесь по-любому автобус вот так идет. У меня автобус, а машина. Соответственно, предлагается тогда магазин сделать. С этой стороны поставить магазин, чтобы было снабжение. Так, давайте магазин. Магазин лучше поставить вот такой вот, чтобы люди без препятствий могли, ну, то есть, ходить в магазин, там купить, чтобы они не толкились в очереди. Так вот так. И что еще надо сделать? Так, давайте посмотрим вклад. Здесь сколько он может? Здесь 10 надо сколько? Для разгрузки техники. Здесь только 2 места. Так, давайте тогда поставим. У нас тут не будет склада, если что, будем подвозить. Давайте тогда просто поставим здесь автомобильную разгрузочную станцию. Вот так вот. Только вот. Лучше вот так. Да, это как? Вот таким макаром мы выведем вот сюда вот. Все. Выведем так. Теперь магазины есть. Так. Так, теперь давайте, что мы еще сделаем? Мусорки есть, так. После магазина в любом случае нужна тоже мусорка. Так, давайте посмотрим, кстати, какая она требуется. Большая или малая? Так. Не написано. Скорее всего, так. Ну, ему тоже, наверное, требуется. Так, кстати. Но магазин по-любому не достанет вот этой мусорки. Значит, ему требуется отдельная мусорка.
Ну, либо так. Ну, все, хватит, может, повторим где-нибудь вот здесь вот. Кинотеатр или что-то такое. Так, давайте. Не надо повторить такое, или знаешь, что-нибудь такое, тупиковое. Например, чтобы не требовалась дорога. Так. Идет переходы. Давайте сразу позаботимся о детском саде. Так, детский сад нам требуется. И школа. Детский сад давайте возьмем. Ну вот этот на 400. Так, ему требуется дорога. Так, хорошо, давайте тогда вот так сделаем. Или лучше вот так сделать дорогу, но посередине. Отлично. Вот так она будет подъезжать. Так, и школа требуется. Ну и школа есть. Если на школа на 470, ну это так. Ну это большая. Так. А если на 540, ну это вообще, ну, не очень-то она и большая. Давайте вот, нет, вот так все-таки, чтобы мы могли вывести еще дорогу. Так, вот так. Так, так, так. Ну вот, вот так выводим дорогу. Так. И здесь нужна тропинка. Здесь она ляжет. Да. Вот тут это пролегла. Пролег. Так. Вот так она пройдет. Вот здесь соединиться. Все, вот так вот выйдет. Тут проблем, когда... Школа есть, детский сад есть. Остановка есть, магазин есть. Так, давайте сюда... Сюда поставим тогда какой-нибудь... Так, что ему еще нужно? Ну, ему еще нужны бары. И нельзя забывать про отопление. Так, давайте кстати, тепловой пункт посмотрим, куда его можно. В принципе. Ну, в принципе, он здесь по бокам. Вот так, если мы его поставим,
Вот. Мы даже можем его вот так поставить, принципе. Так как там людям некуда ходить. Вот. И он тут все охватит. То, что нам пока требуется. И да, у нас еще не ставится. Этого теплопункта нам хватит. Так. Теперь что? Тепловой пункт мы предусмотрели. А кому теплоцентраль поставим где-нибудь возле пожарки, ну, возле завода по производству гравия. Так. Теперь нам нужно еще предусмотреть бар. Так, давайте посмотрим бар, Так. Где ты у нас находишься? Вот здесь. Так, бар. Сколько до тебя? До тебя все люди дойдут, по идее. Так, или где тебя поставить? Но возле... возле школы не самое то. Так. Ну, есть вариант поставить один вот здесь вот. Вот так. И там что-то требуется еще. Мусорка, не мусорка. Так, ну... мусорка, так. По идее, ты дойдешь вот. Так. Посмотрим, если не будет хватать. Ладно, поставим еще где-нибудь. Вот здесь, в принципе, неплохо он встанет тоже. Вот как раз вот. А что, удобно? Вышел. Вышел из... из машины и тут же сразу в бар. А потом уже домой пошел. Да. Так. Нам нужно еще кинотеатр. Так, да, это маленький кинотеатр. Так. Его можно... так, нет, надо еще чинить. Что там нам еще там надо? Так, у нас был... у нас был еще, так сказать, дворец спорта. Так, дворец спорта. Так, что... что он делает? Так, можно, значит... он мусор. Мусор тоже есть. Так, давайте посмотрим, она большая. Так, ну это... это у нас как хоп-площадка работает, так. Да, это у нас... сколько может посетителей? 250 человек, а обычный спорткомплекс 105. Спортзал 175. Так, спортзал... блин, он огромный. Так. Но он даже сюда не улезет. Давайте, давайте, наверное, вот этот бальный трактор ставим. Она более-менее такая, такая. Мне автомобильного подъезда не надо, это хорошо. Так.
вот такие есть это. Тоннели затронные. Так сказать, выходе. Так, ну вот. Думаю, вот так она станет идеально. Так. Вот, это у нас спортзал есть. Ну и рядом можно воткнуть кинотеатр. Кинотеатр. Вот так он как раз... Вот так он встанет. Вот. Так дорожка подведет к нему. И... Вот так. Подведем дорогу к нему. Так, выводим. Во, выделать. Все. Отлично. И здесь тогда проблем станет мусорка. Давайте мусорку. Большая мусорная площадка для... Вот как раз она... Так. Так, ну давайте... Это... Тротинку выведем сначала вот здесь. Выводим тропинку. Здесь подводим тропинку. Вот так. Здесь вот так соединяем, здесь вот так. Так. И здесь тогда подъемся-то. Мусорный контейнер можно тогда ставить вот здесь. Он тут как раз идеально впишется. Вот. И... Он будет задирать канал. Здесь я только что. Так. Давайте посмотрим, магазин дотянется до мусора или нет. Так. Где я хочу вставить? А, вот так мы еще. Дорожку. Тротинку еще. Так. Вот так протягиваем тропинку. Ну вот так. Да, вот. Вот здесь еще соединяем. Хочется же, чтобы здание охватило это все. Так. Так, сюда мусор ставим. Чтобы все вот эти три здания охватило. Вот. Они охватывают, так, магазин охватывает, все охватывает. Вот так. И мы, по-моему, мы даже еще сможем вывести тропинку.
Так, давай, тут плаваем. О, ах, сила. Ну что, чтоб красиво было. Здесь посмотрим, нужно будет или не нужно будет. Так. Так, значит, кинотеатр есть. Школа есть, детский сад есть. Спортзал есть. Так, а здесь можно прикрутить больничку. Так. Давайте посмотрим больничку. Больничку. Вот так мы прикрутим. Вот это лично. Здесь дорога прокляжет вот так. И вообще все идеально будет. И мусорку сможем тут прекратить. Вот. Это мусорка соединить детский сад. И... И больницу. Так, отлично. Теперь выводим дорогу. Вот так. Я чуть-чуть надо кончик убрать. Вот. Вот так как-то. Чтобы она не сбивалась с дорогой и смотрелась вроде меня. Так, красиво. Так, и вот так соединяем. И соединяем вот здесь. Так, как нам лучше соединить-то? Я думаю, вот так переход сделать. Так, здесь. Вот так. Да. А вот здесь вот так, как-то. Ну, чтобы люди бегали мне по дороге. И на стыке вот есть такой вариант, что прикрутить мусорку. Помойку, так сказать. Так, давайте посмотрим. Станет ли здесь помойка? Так, больница, кстати, какая помойка нужна? Давайте посмотрим. Что ты требуешь? Какую помойку? Не написано, значит, скорее всего. Давайте посмотрим вот такую только помойку. Да. А она сюда встанет без проблем. Вот так вот. Да, вот она как раз, она может, видимо, обслужить детский сад.
Ну, давайте Twitter посмотрим. Что у меня тут окружит. Видите, этот механизм новый, так сказать. Еще надо понять, что это окружает. Ну, вроде, да, вот так оно окружит все. И так, и... Так, ну что, будем, наверное, первую часть за планировок заканчивать уже, потому что, ну я не знаю, напишите в комментариях, как любой локатором это делать, планировать или так, потому что это первая часть планировки города. Итак, если вам понравилось видео, ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Подписывайтесь на канал. В следующей серии продолжим. До новых встреч.